Ого, выбери правильный подвал, все виды бабки Гренни в Майнкрафте. Привет, друзья, я Веселый Джин. Меня вызвали, чтобы исполнить любое желание, которое ты захочешь. Но чтобы оно сбылось, тебе нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментариях, как твои дела. И тогда я исполню твое желание. Бабка? Холёга? Что это такое? Посмотри, какая красота! Это бабка ты, что ли? Это не я. Это моя копия-клон, да. А мне кажется, это бабка все виды бабки Гренни. Ну ты чё, это вообще-то я тебя сейчас на шампурку насажу. Смотри, это больная бабка Гренни, это какая-то смышлявая бабка Гренни, а это качок бабка Гренни. Вот. Вообще-то не качок, а спортсмен, алё. А, кабачок, понял, бабка. Ребята, всем привет, с вами я, Коля, и бабка. Сегодня мы будем отправляться в путешествие по бабкиным подвалам. Вот. Ага, ещё что скажешь? Надо сказать всем привет, бабка. А, всем привет, с вами я, бабушка Гренни и тыква. Ха, в общем, да, ребята, мы будем сегодня отправляться в эти три подвала и смотреть, что же там есть. Но не будем тянуть время, в общем, разбегаемся и погнали в первый подвал прямо сейчас. Так, ребята, всем привет, с вами я, Коля, и я что-то не могу найти свою дочь. Интересно, конечно, интересно, куда она запропастилась? Так, надо бы посмотреть скорее. Дочь, ты где? Доча, нам уже пора идти с тобой. Мы сегодня собирались в гости, значит, а ее нигде нету. Ладно, житель, спрошу. Житель, ты не видел мою дочку? Нет, не видел. Иди спроси у Степанча, он точно с 6 утра на огороде. А, все, ладно, так, Степан... Ой, где тут подняться-то он? Степаныч, хватит на своей грядке засиживать. Чего? Давай, рассказывай, где моя дочь? Грядки, короче, я сегодня посадил, значит, баклажаны, они не всходят. Ты меня можешь послушать? Я спрашиваю про дочку, а не про твои баклажаны. А, ты про дочку, не про баклажаны? Нет, не про баклажаны. Да, я ее видела, значит, в 7 утра туда побежала. Куда? Я ей говорю, да не ходи туда, там опасно. А она все равно поскакала. Куда она поскакала? Ну, в бабкин дом вроде бы. В бабкин дом? Офигеть! В смысле? Чего? Вот эта бабка там стоит. Ладно, спасибо. Пошел я, ребята, увидели, какая там огромная бабка стоит. Чего это она какая-то, мне кажется, изменилась. Раньше она была какая-то более поменьше, что ли, можно так сказать. А сейчас что-то с ней не так. Так, ребята, ладно. Так, давайте сейчас возьмем. Так, нам костюмчик. Так. Оденемся и, значит, возьмем побольше оружия. Пойдемте спасать. Хотя, подождите, а может быть, все нормально? Надо ей просто позвонить. Дочки мои, алло, доча? Алло, папочка, доча, ты где? Забери меня отсюда, меня бабушка посадила здесь в тюрьму и сказала, что она меня съест, папа. Бабка-пожиратель? Алло, блин, ребята, короче, не зря я взял оружие, пойдемте разбираться, я вообще мало что понял, если честно. Ну ладно, какая-то бабка-пожиратель, короче, ребята, ладно, сейчас мы с вами все узнаем. Эй, бабка, ты что такое огромное стало? Я не понял. О, Лёха. Бабка. Вот я не понял. Чё не понял? Я спрашиваю, чё ты такая огромная стала? Да я тут, короче, экспериментами занялась. И что? Ну и все. Теперь что? Бабушка самая сильная. Ладно, мне придется тебя сейчас побучкать немножко, бабка. Ты извини. Так. Чего это? Так, мне надо проникнуть в твой дом, потому что мне кажется, что... Так, куда ты идешь? Иди обратно! Леган, иди отсюда! Так, ребята, как она разговаривает, если ее нет? Я вообще-то здесь! И это что, бабка-горка-пожиратель, ребята? Смотрите, какая она огромная! Так, еще смеется. В смысле, где? Это... Офигеть, ребята, просто посмотрите на это! Это же бабка-пожиратель! Вот про кого доча мне говорила. Так, подождите, а где сама дочь? Так. Доча, ты меня не слышишь? Мороженщик-пожиратель? Офигеть! Вот это у бабки тут новые эксперименты! Я вообще в шоке, если честно! Так. Отлично, ребята! Так. Пытаемся это все уничтожить, ребята! О, замечательно! О, блин, на кухне, ребята, еще два пожирателя-мороженщика! Давай, двигайся. Блин, нифига, они мощные какие, ребята, просто на это посмотрите. Они очень сильные, очень. Мне срочно нужна ваша помощь, ребята. Обязательно сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы я с ними справился. Фух, на первом этаже не слышно, потому что, мне кажется, если она была бы здесь, она бы мне бы рассказала. Так, пойдемте выше. Выше. Так, ну-ка, а здесь что? Ах, еще одна старуха, пожиратель, иди отсюда, так,
Еще одна в своей комнате. Проваливай, бабушка, дома! Отсюда! Вон из моего дома! А? Блин, если она еще рассказала, ребята, значит, она точно еще где-то есть. Да я тебе говорю, что я не провалю. Отдай мою дочу. Так, еще одна, блин. Так, так. Ай-ай-ай-ай-ай. Ничего себе, ребята, хотел меня в угол зажать. Ну уж нет. Да подвинься ты, старая кляча. Так, так, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, отлично. Фух, справились пока. Так, ребята, надо срочно поменять. Побольше оружия взять. О, пойдемте посмотрим. А, слушайте, я только сейчас же вспомнил. У нее же есть подвал. А что если доча там? Так, пойдемте посмотрим. Так-так-так-так-так-так. Так, это какие-то, ребята, маленькие бабки, смотрите. Да по ним даже попасть сложно. Так, о, доча, ты тут, доча? Папуля, это ты? О, кажись, тут. Ну-ка, она спустится. Папочка! Да, доча? О, доча! Ух, наконец-то я тебя нашел. Ты что она тут делала вообще? Меня зажрет, вообще-то. Ты что я тут просто... делала? Ну я просто хотела посмотреть, чем бабушка по ночам занимается. Посмотрела? Я не буду больше, папочка, честное слово. Я так что нам говорить. Теперь делать? Ты же понимаешь, что она прогрессирует, этот монстр становится все сильнее и страшнее. Выбирайся отсюда. И что делать, папочка? Что мне кажется, нам надо уходить с тобой из деревни. Пошли. Блин, она меня все равно найдет, сказала. Она сказала, что тебе отомстит, когда меня съест. Не найдет, пошли. Пап, куда пойдем-то, так. Папа? Мы куда пойдем-то, папочка? Мы с тобой идем изведывать новые края. Это какие еще края? Значит, ты идешь, нет? Да, я хочу кушать, у меня нету сил. У меня вообще ничего нету. Блин, так, папочка. У тебя инструменты есть? Что? Папуль, а где бабка-то? Все, я с ней справился пока, но мне кажется, она вернется. Ее нету, точно? Точно нету. Так. Пап, смотри, там велосипеды стоят, может, мы на них поедем? А я не знаю, есть ли на них топливо. Ну, пошли посмотрим. Пошли посмотрим, дочь, пошли. Так. Пошли. Ну-ка. А, папочка, куда мы поедем-то? Нет, нет, они без топлива. Так, блин, слушай. Пап, а пошли вон в тот лес, пошли вон в тот лес. Дочь, мы... что да. Ты ешь? У тебя топор с собой есть? Есть. А все, будем строить хижину, да. Папа, ничего, что справа там тюрьма находится. Ничего страшного. Зачем мы в тюрьму идем? А мы не идем в тюрьму, мы с тобой в обход. Ну ты хочешь плавать? Еще, по-моему, не сезон. Нет, я не хочу плавать, папочка, ты что забыл, я не умею плавать. Вот именно, поэтому пошли-ка, по суше лучше обойдем. Так. Папа, ты вообще где? Ты только не потеряйся. Да ой. Я тебя вижу. Так, слушай, вот тут вот рядом будем со скалой жить. Тут и ресурсы можно добыть, а может, тут. Подожди, папа, может в шкале будем жить? Так, а ты где вообще? А вот пап, ты. Пап, я, ну вот она я, блин. Давай кирку и топор. Так, так. Нет, точнее мне топор, тебе кирку, вот тут и будем жить. Подожди, а тут не водятся звери? Водятся, но они явно мирнее, чем бабка, вот. Мирнее, ну мир в них больше, вот, поэтому давай, ты давай копай, а я пошел. Ой. А куда копать? Ну, в смысле копай, чтобы мы сейчас блоки поставили деревянные, и тут будет наш домик, в скале прям. А нас тут никто не найдет. Я тебя найду. И в угол поставлю. За твое плохое поведение. Ну я больше не буду, честное слово, больше не буду. Правильно, вот постоишь 12 часов в углу, и все хорошо. Сколько? 12 часов. А почему так много? Ты сказала, хотела сказать, почему так мало? Почему так много? Это очень мало, дочь, за твои выходки такие вот. Да, пап, я не выходки, вообще не выходки никакие не делаю. Ну вот, вот теперь не будешь делать, будем жить с тобой в скале, да. В скале вообще очень интересно жить. А что поделать, да, там да. Мой дом, а там мои куклы остались. Все, все. Не, ну может быть ночью мы исходим за ними. Вот, это я согласна. Так, все, дочь. Бабушку заодно попроведаем, вдруг она опять... В смысле? Кого попроведуем? Ты сейчас что сказала? А, я сказала, что жителей надо попроведовать. Что это мы... Нельзя, дочь, общаться с монстрами, они очень страшные. Ну, я и вообще никогда не общалась, если честно. Ты вообще ничего не слышал. Конечно, конечно. Так, дочь, ты где? Ну, пап, ну правда же. Так, а как мы будем ставить эти? Кто? Ну, стены, давай мне теперь кирку. А, дочь, на тебе подарок. Какой подарок? Вот. Подожди, папа, что это? Это радужная какашка. Фу, пап, ты че совсем? Сами свои фекалии забирай себе. Это с дуба выпало, это не я. А с дуба не падают какашки, что ты говоришь, блин? Ну, так она упала, я сам не знал, я сам удивился. Ну, а зачем ты сказал?
сказал, что это какашка? Ну, выглядит она так же, правильно? Ну, ничего она не так же, она выглядит, как будто бы это алмазовый алмаз. Хорошо, дочь, я понял, что в твоем понимании алмазовый алмаз. Ну и все, ты меня понял? Понял. Ксандра, какашка вообще говорит совсем, что ли вообще? Так, все, дочь, строимся. Кровати где? Че ты тут строишь вообще непонятное какое-то? Так оно же скала. Оно же скала, оно же скала. Так, так. И что так? И ничто не так. Так, вот этот топор надо убрать. Угу. Куда топор убрать? Зачем топор так. убрать? Ну что, я думаю, что нам здесь вполне будет достаточно места. Подожди, так. Надо вот здесь вот так вот закрыть все. Ну так, правильно. Скажи, пап, избушку на клюшку надо закрыть. Давай, делать уже быстрее, а то она сейчас найдет нас и все. Кто сказал, что ты не справишься? Ну, а если она снова где-нибудь появится? Где появится, папа? У себя дома. Придет? Найдет нас по запаху. Пап, ты что, она сейчас сюда, папа, придет, что ли? Пап, ты что, совсем? Ну да, открываем ворота. Какие Бабка! Ты а Ксюша здесь! А зачем ты меня пугаешь? Да ладно, успокойся. Ой, это моя радужная кровать. Я вообще с тобой разговаривать больше не буду, за то, что ты меня напугал. Да все, все, не боись ты. Ай! Как это не боись? Да что ты делаешь? Я боюсь вообще, я тебя сейчас тресну. Так, ладно, это мы пока так вот закроем. Во, все, отлично, а выход будет только туда. Ну ты дверь-то можешь поставить? Нет, подожди, здесь не должно быть двери, здесь должно быть только, ну, открыли, зашли и закрыли. Ну так стену разбирать каждый раз. Каждый раз стену разбирать, пап, ты что, совсем? Ну других вариантов, дочь, у нас нет. Папа, где какашка? Так ты ее потерял куда-то, а вот она. В смысле, я тебе отдала ее. Так на, держи ее тебе. Это не какашка, это алмаз. Ага, хорошо. В общем, ребята, мы сейчас будем здесь так как-то выживать, а вы сейчас обязательно нас поддержите, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока, ребята. Всем пока, ребята. Офигеть, ребята, вы только на это посмотрите. Это что, бабка Гренни? И кажется, она заболела, и ей срочно нужна операция. Привет, друзья, я Веселый Джин. Меня вызвали, чтобы исполнить любое желание, которое ты захочешь. Но чтобы оно сбылось, тебе нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментариях, как твои дела. И тогда я исполню твое желание. Алло, бабка. Алло. Чё такое? Алло. Чё ты звонишь? Хулиган. Чего? Короче, мне что-то дурно. Так дурно, что просто капец. Ты где? Короче, слушай сюда. В общем, я с утра попёрлась, думаю, дострою полицейский участок, нам надо в тюрьму кое-кого посадить. Так. И у меня так голова закружилась, короче, ты можешь прийти мне помочь. А ты где, бабки? Я около полицейского участка, но я тебя не вижу. Всё, давай, я не могу разговаривать. Ага, давай, пока. Блин, ребята, всем привет, с вами я, Коля, и, кажется, у бабки какая-то случилась неприятность, и она где-то здесь, ей что-то надо помочь, что-то я вообще не понимаю, ребята, ну вот полицейский участок, который она там хотела достроить, ой, а там, о, это что, бабка? Офигеть, ой. бабка, ты что лежишь, вставай скорее, бабка! Ой, я не могу, голова кружится! Бабка, что с тобой случилось? Короче, я не знаю, что-то мне так плохо, я не могу встать. Давай я тебе помогу. Ну, почему ты не можешь встать? У меня, короче, знаешь, утяжеление. В смысле утяжеление? Ну я не знаю, у меня утяжеление, правая рука вообще не поднимается. Правая? А что с ней? Блин, ребята, может быть... Я не знаю. Может, бабка ее повредила? Да нет, вроде нормально. Может, я ее сломала? Да нет, бабка, у тебя ровная, смотри, прям ровная-ровная, ничего нигде не уступает, все нормально. Ну я не знаю, так она надо, вообще не поднимается, надо внутри она просто посмотреть. К земле прилипла. Так, бабка, а что это за сундуки такие? Какие такие сундуки? Нет никаких сундуков. Бабка, у тебя внутри одни сундуки, и там что? Там ничего. Там ничего не трогай. Конечно, бабка, тогда ты не поднимешься, так придется их убирать. Так, я так понимаю, это ворованные вещи. А, ворованные вещи, понятно. Так. Да что ты говоришь, что это вообще-то пожертвование, да. Да, конечно, бабка, легче становится? Так? Да, становится, а еще так, можно? Да, сейчас все, ого, вот тут алмазов, вот это ты наворовала, так. Так, ага. Ты давай не говори глупости, не надо говорить глупости. Так, надо, ребята, на себя что-нибудь напялить хотя бы, вот так вот, чтобы все у меня уместилось, чтобы все это вынести. О, вот так вот, ребят, отлично, все. Так, сейчас, бабка, я все починю, и рука у тебя станет в порядке. Да? Ты уверен? Ну как, смотри. Ну-ка. О! Нормально? Слушай, ну легкость вообще просто капец. Ну все, значит, больше ты не воруешь, баб. Чё? Только знаешь что? У меня в животе урчит что-то. Я сегодня, короче, выпила зелье силы, чтобы все там, ну, починиться, там, ага, чтобы так. Вот, полицейский участок, чтобы силы были так, построить. Так. И что-то у меня так в животе, урчит. Ребята. Так, надо посмотреть, что у них там в животе.
Офигеть! Это чё? Бабка, да ты знаешь, что у тебя в животе? Чего? Да у тебя там одни зельеварки. Ты уже как своими зельями весь организм угробил. Короче, все. Удаляю все зельеварки у тебя. Да? Да. Все удаляю. Я не знаю, но я не знаю. Чтоб больше ты не пила ни одного зелья, бабка. Иначе вообще все. Я вообще не, да, я такое по утрам пью, ребята, и все. Ребята, слушайте, смотрите, офигеть, вы когда-нибудь видели столько зельеварок? Силов, да, для силы. Больше не надо тебе никакой силы, иначе, бабка, ты совсем, мне кажется, если бы зельеварка как полностью... Это? Если я хочу быть сильной. Если бы они полностью твой организм сейчас заволокли, мне кажется, все, бабка, тебе бы хана была бы. Ой, ужас. Ну, по-любому, сейчас уже дышать должно быть легче. Дышать легче. Ну но вот. Но живот-то все равно упурчит. Сейчас, потому что тут все кипит, бабка, они просто варятся. Кипит? Так, да. Кипит? Кишки кипят? Да нет, зельеварки кипят, бабка, у тебя внутри. А-а-а. Да. Нифига себе, нифига себе. Так, сейчас все соберу. А ты мне поможешь? Так я тебе вот сейчас успешно это все и делаю. Так, помоги, ребята. Пожалуйста. Слушайте, ребята, вообще ужасно, конечно. А, бабка, а с рукой-то у тебя, ну-ка, мне сейчас надо будет кое-что проверить. Так. Чего? Так, чего? Мне кажется, у тебя с рукой какая-то непоправимая беда. Так, сейчас. В смысле? Какая беда? Сейчас, бабка, я все проверю, подожди. Какая беда опять на меня нашла? Так, ну все, с телом вроде все нормально. Так, а с рукой, ребята, а по-моему же там были... Ну точно, смотрите, ребята, она настолько не ухаживала, бабка, за собой, что не мыла руки, что у нее вообще кожа вон отвалилась. Бабка, сейчас я тебе восстановлю кожу. По-любому чесотка тебя мучила. Мучила чесотка? Ну, рука только чесалась и все. А левая чешилась? Ну, так левая и чесалась. А я правую чиню сейчас? Так. Так правая-то у меня вообще не поднималась. А, ну все, бабка, сейчас мы сразу все. Так. Дед. О. А ты на рыбалку ходил? Нифига себе. Так. Дед. Ну, дед, ну что ты молчишь? О, мороженчик, ну ты вообще капец, ты вообще ничего не понимаешь. Че, пришел меня спасать, а сам не спасаешь? Бабка, я не мороженчик, я хулиган, бабка. Дед, ну в смысле ты не хулиган, хулиган же? Ребята, бабки, что-то кажется... Так, ладно, срочно тяните руку, и что-то у нее, мне кажется, в голове беда какая-то. Ребята, мне кажется, у нее какая-то беда в голове. Ночь наступила, сейчас мыши полетят. Какие мыши, баб, какая ночь, светло на улице. Как светло? Нет, сейчас будет ночь, что ты мне рассказываешь? Ребята, сейчас ночь настанет. Мне страшно, надо как-то ей помогать. Надо собираться домой. Нет, домой ты собираться. Лучше лежи, не вставай, тебе нельзя вставать. Так. Почему нельзя вставать, если сейчас дождь начнется? Не а начнется снег? Дождь. Нет, как нет. Градом пойдет, так, все как нет. Снег градом, ребята, видите, мне кажется, в ее голове что-то явно не так. Мне нужна срочно ваша помощь, ребята. Вы сейчас должны поставить лайк и подписаться на канал. Чего, бабка? А родители твои где? Как где? Ты же знаешь где. А, там? Да. А что, не приехали? Я же их на день рождения звала. Так. Ладно, бабка, лежи. Так, ребят, мне надо посмотреть. О, смотрите. Да тут же все в черном как раз-таки, ребята. Это же получается что? Это же получается как раз-таки все мозги у нее какие-то больные. Смотрите. Они должны быть розовые, а у нее они черные. Это значит, что надо все менять. Надо, ребята, как раз-таки все сейчас, вот это все очень-очень быстренько пытаться заменить. Так, вот тут, ребята, вот так, замечательно. Так, главное все на место поставить, ребята, а то если она крышей поедет, я себе это не прощу. Так, хорошо, но пока заснул, что ли, наверное, ребят, пока я все это меняю тут. Так, ребята, вот тут вроде как... Ого, ничего себе, ребята, тут черноты. Слушайте, понятное дело, почему она меня... Так, вот тут вот не было, вот так вот, наверное, было, да? Вот так вот, отлично. Так, вот тут вот так вот. Во, замечательно. Так, слушайте, ну вроде как... Так, здесь вот так вот. Слушайте, ну мозги-то у бабки, если честно, присутствуют. Это значится что? Все думать она умеет. И если что-то происходит, значится это все с ее, так сказать, подачек. А то, что крыша у нее едет, нет, это неправда. Так, ребята, где выход? Выход где? Выход. Хулиган! О, бабка, ты что, очухалась? Ой, хулиган, а что, я спала, что ли? Ну как, ты спала? Ты лежи, бабка, только ты лежи. Так я лежу, что-то не могу пока встать, у меня такая слабость вообще. Ну, с головой-то у тебя порядок? Мороженщики не мерещатся? Так вот, да. Какие мороженщики? Ты что, он же уже уехал? Бабка, ты просто не представляешь, что у тебя было в мозгу. О, беда. В смысле? Бабка, у тебя была беда с головой. У меня нормально все с мозгом. Не, бабка, у тебя с головой была полная беда. Ты мне давай тут не чеши-ка. Я тебе честно говорю, бабка, у тебя была беда с головой. Просто беда. Какая беда?
Какая беда? Ну, что ты мне рассказываешь? Так, для начала, ребята, надо ее как раз-таки накрыть. А то и правда дождь, если пойдет, так, стеклом. О, я сейчас парник сделаю, чтобы ей тепло было. Так, а то она все-таки старенькая. Так. Кто старенькая? Это сам ты старенький, я еще вообще-то молодая. Хорошо, ты молодая, но ты лучше лежи. Так. Как я лежу? Так, бабка, в общем, короче, у тебя была мигрень. Да. Как мигрень? У меня! Да у меня отродясь мигренев не было! Вот, я позвонил врачу. И он сказал, так? Что все, больше ни одной зелье тебе нельзя пить всю жизнь. Как это? Бабушка, и без зелья? Ты что, несешь? Да, сказал, что если ты будешь пить, то мигрень у тебя будет постоянная. Ты постоянно будешь всех путать, а когда-нибудь случайно ты наваришь неправильное зелье и... Кирдык, сейчас, да. Ты сейчас серьезно говоришь? Да. Ну, баб, ну хочешь, давай позвоню врачу, я тебе расскажу, и еще он тебе еще раз повторит. Ну, не знаю. Так. Ну вот так. Как это зельки-то нельзя пить? Ну я у тебя, бабка, два стака зельеварок у тебя вытащил, понимаешь, из тебя, бабка, два стака. Потому что все не усваивается уже твоим организмом. Не усваивается. Офигеть, не встать-то, господи! Слушай, я тут до вечера полежу, а ты меня потом вечером потранспортируешь? Ну не знаю, бабка, я сейчас пока тебя затранспортирую внутрь парника, так? Ну так ты меня потом-то вытранспортируешь? Ну, посмотрим твое поведение, если ты мне пообещаешь. Ну, короче, ты должен вечером приехать на машине и бабушку отвезти домой. Ну, бабка, в принципе, возможно, я так и сделаю. Как, в смысле, так и сделаешь? Ты можешь еще деду позвонить. Отлично. Сейчас, бабка, я тебе тут дырочек наделаю, вот так вот, чтобы дышать было легче. Да, дышать-то мне можно чем-нибудь уже или нет? Или ты хочешь, чтобы бабушка задохнулась? Не, бабка, я сейчас тебе кислородные эти сделаю, да, вот так вот. Замечательно. Все, давай. Хватит тебе, бабка? Вечером, чтобы меня отвез домой. Я тут кстати, врач сказал, что можно варить мирные зельки. Для здоровья полезные. Еще мирные? Че ты несешь вообще? Какого здоровья полезные? Я и так для здоровья... Тебе... Нет, на продажу. Все, тебе можно успокойся. Продавать будет. Да. Ну все, бабка, тебе, конечно, я думаю, хватит. Сейчас-ка. Все, давай, иди. Вечером я тебя жду на машине. Хорошо. Ух, ребята. На машине. Да, ребят, для нее машину целый КамАЗ надо будет заказывать. В общем, ладно, ребята, я пошел, потому что я очень-очень сегодня что-то устал. А вы меня сейчас обязательно поддерживайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачки. Всем пока-пока, ребята. Давай. Папа. А? Я тебе последний раз говорю. Если ты у меня не заберешь половину, ты сам это будешь все нести. Я здесь останусь и буду вот подойти. Ладно, дочь. Спать. А я тебе ромашку хотел подарить. Да не надо мне твоих ромашек, на, забери сам свою ромашку, блин. Давай, дочь, ладно, давай. Ребята, кстати, всем привет, с вами я, Коля и Ксюша. Всем привет. Вот, зачем вы взяли с собой 64 бревна, скажи мне, пожалуйста. Дочь, потому что я же не знал, что здесь такие леса большие будут, вот. Я не знал, на. Все, пойдем, дочь. Ищи свою удочку свою же бери, она мне вообще не... Дочь, ну там сейчас клев прекратится, пойдем скорее. А куда идти-то вообще? Да вот тут немножко осталось. Ребята, короче, мы с дочерью решили пойти на пикник на озеро. Оно очень-очень интересное. И вот оно где находится. Как раз-таки вот. Дочь. Пап, у меня сейчас уже еда протухнет, если мы сейчас... Все, вот дочь, смотри. Вот. Смотри. Так, место для палатки куда? Вот, давай я его сюда прям поставлю. Давай, ставь палаточку. А я сейчас вот поставлю здесь стульчики для сидения. О, вот. Смотри, а где мы спать будем? Вот так гамаки поставлю, вот так нормально? Так в палатке, дочь, спеться, в палатке. Ну а что, гамак в палатку? Я хочу на свежем воздухе спать. А, ну хорошо, вообще так, без проблем. Смотри, вот тут рыбачить будем. У нас, смотри, вот здесь у нас будут стульчики для вот так, сидеть. Да вот на бревнышках, дочь, можно сидеть. А я не хочу на бревнышке, я хочу на стульчике. Ну, кстати, стульчик тоже довольно-таки неплох. Папа, ага. А вы скажите мне... А стол куда поставить с едой? Ну, где-нибудь ставь, я немножечко занят, дочь. Так, а чем так. Ты занят? Скажи, не расслышала я. Я рыбачу, дочь. А, ну да. Дочь, ты что? Папа, о, смотри, можно... смотри, плывет. Опа! Ой. Папа, а я батут поставлю здесь свой? Поставь, я бирку поймал. Пап, ну-ка попробуй это. Нет, подожди, сначала я выложу вот здесь, вот сейчас, подожди. Так. Вот, стол. Нет, дочь, он маленький. Ну, так а я тебе что, большая, что ли? Ой, дочь, а что это там такое? Пап, смотри, короче, из еды что ты будешь есть? Я взяла фрукты. Доча, фрукты, смотри, будешь есть, а там какая-то постройка, будешь? Да, пап, какая постройка? Да я выложу еду, я тебе сказала. Да вон, пойдем, посмотрим. А я так есть хотела. Куда я? Подожди, идти, вон там. Ой. А где постройка? Это... Какая постройка? Это что, могила? А, это могила, человек за окном в Майнкрафте. Офигеть. Пап. Может, мы, папа, пойдем отсюда, вот тогда все вещи... Нет, ты же знаешь, что он очень редкий, этот человек за окном, поэтому... Чё? И как он так оказался, что его уже кто-то закопал, дочь? Мне кажется, это какая-то...
Ловушка, что ли? Ее надо срочно раскопать эту могилу и посмотреть, что там находится. Дочь, давай кирку. Ты хорошо подумала сейчас? Да. Да. Точно. Точно. Ты трезвые уме и светлой памяти? Да. Ну, я здесь пока постою, ага. Так, я раскапываю, дочь, и нам надо идти туда. Да. Давай, пошли. Так, идемте, ребята, в могилу к человеку за окном. Блин, так. Дочь, это что, ловушка? Похоже, надо было в эту идти, в могилу. О! Нет, дочь, так. Кажется, здесь есть выход какой-то. Ну-ка, пойдем. Выход на поверхность, пойдем. Надеюсь. Пойдем, дочь. О, я нет. Это не поверхность, это монстры какие-то. Дочь, как понять, какие-то? Дочь, ты где? Я иду по низу. Дочь, ты что там так долго-то? Да потому что я застряла. Так. Так, дочь, мне нужна твоя помощь, у тебя там нет никаких там инструментов, чтобы с ними справиться. Так на, держи. Давай. У меня есть две пушки только. Давай, дочь. Нашел? Так. Да, нашел. Так. Так. Так, а дальше куда? Ну, надо сначала с ними справиться. Это какая-то страшная вода. Да, которая очень-очень опасна. А смотри, пап, из них выпадает много пушек, видишь? Ну, вижу, да, вижу. Так, так, а дальше куда? Вон туда, нам кажется, надо, дочь. Вон туда? Там дверь, написано, что нужно подписаться. Нужно поставить лайк и поставить, и подписаться на канал. Да, ребята, обязательно сделайте это так. Да, ой. Это же твой любимый паркур. Тут можно направо или налево? Закройте, давай хоть куда-нибудь. Давай я налево, ты направо. Пойдем направо, дочь, направо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие так, дочь. Какие штуки стоят, которые... О! Издают очень карточка. Звуки. Так, одна карточка так. Есть. О, вторая карточка вторая есть. Нет, это не сюда карточка, дочь. Значит, там надо туда. Туда? Налево, что ли? А, направо надо было карточки получить, а налево надо было их вставить, вот, да? Наверное, да. Так что мы с тобой угадали. Так, оп. Давай, сюда, папа. Сюда. Оп. И вот сюда. Так, ну да, вот сюда надо их вставить, доча. Так, вставляй. Сюда. И сюда, оп. Ой, две двери. Ого! Дочь, у тебя там гранаты где-то были, да? Давай сюда. На. Это же пожиратели, па! Ну? Горка пожиратель, солнце пожиратель, луна пожиратель, кагибаги пожиратель. Так, так. Я докинула? О, докинула. Дочь, ты в меня больше попадаешь, чем в них. В смысле? Так? Я вообще-то направо стреляю, как я тебе могу попасть? Да, дочь, ты такая кривульная, так? Если честно. Пап, что ты такое? Ладно, ладно. Так. Смотри, что я делаю с автобусом. Ты дымс. Пока ничего не вижу. Ну, ты потому что ничего и не видишь. Опа. Бабка Гренни. Вау, я спрыгнул вниз. Пап, аккуратно, я там кидаю гранатки. Не надо кидать ничего, не надо. Почему? Ну я же делаю дело, я же такая... Потому что ты такая кривулина, дочь, что это ужасно. Да, пап, что ты меня все время обижаешь? Я какая тебе кривулина? Я тебе что, кривошка, что ли? Так. Раскривушка? Так. Ну-ка, я сейчас попаду. Доча, а у тебя еще пушки есть? У тебя что, закончились? Да. Офигеть. Дочь? Ну, я ж тебе скинула, па. Ага. Так. Так. Продолжаем. Оп. Замечательно. И бум. Ну, когда ж ты... Есть! Я с ним справилась! Все, ура! Ой. Пап, ты че? Ого. Ладно, дочь, погнали дальше. О, дочь. Это что, пап? Это сундук. О, это мне надо. Так. Пап, подожди, папа, все, не забирай, я тебе говорю. Нам кажется, надо пройти вон туда. Так, пап, это какая-то детская, ты видишь? Телевизор, горки стоят, баскетбольчик, ну, вон там дрочки. А что эти коты тут делают? Ну, я не знаю, охраняют, может быть. Нет, дочь, монстры не могут охранять. Пап, там какая-то вот высокая лестница. Может, мне не надо по ней лезть? А мне кажется, надо. Так? Пап, зачем ты на меня все скидываешь? Мне по голове огрел. Я тебе что, грелка, что ли? Ты мне прям в лоб попал. Да ладно, дочь, не рассказывай. Так? Пап, тут надо прыгать, да? Нет? А я думала, тут надо прыгать куда-то. Так. Пап, тут так много. Ужас. Отлично. Посмотри, всяких разных. Пап, тут надо прыгать аккуратно. Ты смотри, видишь, какая там дырка? Ого! Это вот опасненько, это дочь. Оп. Ты знаешь что, вот меня вот эта вещь интересует. Вот в эту дырку попал Хелпи, да? Ага. А почему он там ничего с ним не случилось? Так потому что это монстр. Иммунитет? Да. Иммунитет у него? Да.
Там что-то выпало, там что-то выпало. Сейчас мы протестируем, дать, что выпало. Пап, аккуратно, 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 аккуратно. Воу. Это что? Пап, это так? Что? Это что за пусковые установки? Я, кажется, все сломал, пап, дочь. Зачем ты сломал фонтан? Я и портал, дочь, даже сломал. Папа, как мы вернемся-то дальше? Ребята, погнали дальше. О, дочь, опа, броня. Это мне надо. Тебе все время все там, надо? Там, мне, дочь, да, твоя часть. Так, так, так. Так, так. Одеваемся. Оп. О, так. Плюс еще пап, одна. Посмотри еще на меня, одна, пожалуйста. Ой, дочь, дай сюда, пожалуйста. Заберите, пожалуйста, вот эти вот ваши сапоги. Дочь, тебе не по размеру, если честно. Вот именно, они на меня не могли решить, что ли? Нет, дочь, потому что такие малявки испытаний не проходят. Ах так, да я уже вообще такая большая. Большая малявка? Пап, я не малявка, пап, не надо меня обижать. Так. Оп, сюда. Теперь сюда. Так. Оп, теперь вот сюда. Ага. Оп, теперь сюда, оп, теперь, блин, сюда, теперь вон чуть туда не упал. Так, 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 пап, так, так, так. Поаккуратнее можно. О, замечательно. И сюда. Сейчас я с ними справлюсь. Такс. Так. Сюда теперь. Опа. Двуголовый, двуголовый. Папа, чуть, так, а чуть не упала? А я не знаю. Смотри, тут качки, хаги-ваги стоят, доча. Так, я вижу, 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 пап, вижу. Папа, ты умеешь такие штанги поднимать? Да, конечно, одной левой могу. Дочь, смотри, тут ринг. Там зрители на... сидят. Сейчас я с ними справлюсь. Так, один. Оп-оп-оп, нифига, они живучки. Давай, пап, давай, 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 я в тебя верю. О, а там зрители, ребенки, хаги-ваги стояли. А они стоят, добрые? Я думаю, что да. Надо добрые, их оставить. Давай, проверим, так. О, тут еще есть лестница, что ли? Пап, смотри, во. Так. Все, я тоже зритель. Иди, можешь на ринг. Дочь, ты провалилась, потому что для тебя даже эти сидушки большие слишком. Они вообще даже мне вообще ничего не делают. Слушайте, ребята, вот такое вот испытание оказалось у человека за окном. Я, конечно, в шоке. Нас сначала поймали в ловушку, потом отправили на ринг. Но мы со всеми справились и достойно, мне кажется, выполнили эти испытания. Дочь, ты что, она работает? Да нет, она там не работает. Работает, видишь, я бегу. Ты что, не видишь, да, я бегу? Нет, ты назад, просто вперед-назад бегаешь. Да, сама. Пап, я вообще-то не сама бегу, она... это дорожка бежит. Ладно. Она вертится. Да? Ну хорошо, хорошо, ладно, не буду мешать. В общем, все, ребята, вы сейчас обязательно нас поддержите, обязательно-обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачки, всем пока, ребята. Всем пока, ребята.